Какая разница? Почему желтое все сбоку по краям? А потому что это не. А? Что происходит? Все есть, все, у вас все есть? Да, вроде бы да. Скрыть завершенное. Так, нам что нужно? Продержитесь 30 минут, играя за Галио или Дивана. Дает браслет. Дивану. Ух. Сколько ж тут ачивок сейчас. Соберите полную коллекцию, посмотрите последние фейерверки, улучшите браслет, затем би-браслет. Ну давайте начнем с браслета. Нам нужно играть за Гала или Дивана. И открыть браслет тем самым. Возможно, Гала, если за него что-то тут дают. Нет, вроде ничего не дают. Гало, Дивано, может, а у меня есть? Они у меня есть. Ага, это начинается с одним доп. Уровнем, получает здесь к развитию за каждые 5 уровней. Это что такое, я не помню. Максимум weapons. Окей. Гало, Валета. А Дивано это кто? Дивано это чел с этим, да? А мы же за Диван, нет, за Гало хотели. Не знаю, мне без разницы на самом деле. Чай плюс 1 к броне за каждые 5. Нажми на быстрый старт, зачем? А, эггс, золотые яйца, точно. Что у него продолжительность хорошая, поэтому нужно брать книжку какую-нибудь или этот. А, повтор, пропуск, 13 штук, чего? Ладно, давайте попробуем просто. Почему-то какие-то светятся восклицательным знаком. Значит, мне их пройти надо, на них надо продержаться, или я на них что-то не нашел. А, реликвии этапа, вот они. Понял. Реликвия в библиотеке, реликвия в капелла магния, в костяной зоне. Давайте какой-то этот поищем свиток. Предметы не выпадают, враги со временем усиливаются. Это какое-то усиление внезапное на карту. Случайные вражеские волны с обычных этапов. Что значит предметы не выпадают? Гипер играем, конечно же. Ну погнали. О, как вот играть, стример, надо размяться. Ой, я недавно разминался, ну ладно. Мне казалось, что там КД 2 часа. Что кроме релиза добавили? Я не читал, там много всего добавили. Ну, типа... Перечисленное оружие получает +1 к боезапасу. Основное оружие персонажа, его улучшенная версия, получает +3 к боезапасу. Но у нас есть часы, типа. Притягивает предметы стандартные. При замораживании врагов производит взрывы. Часослов проще найти. Во, взрывы. Поехали. Сразу же левел ап и, конечно, библия. А, здесь мгновенно выбираются предметы. Стоп, а... Ну и где моя библия? А, вот она. Мне кажется, мне мышка не нужна вообще, да? Я кнопками это все делал. Тринадцать повторов, 11 пропусков. 10 изгнаний, жесть какая. Давай Библию дальше качать, наверное. Скорость, область, шпинат,
сердце. Да я просто опять Библию качаем. Вообще надо бы книжки найти. Ой, эти найти. Так, что здесь на карте? Здесь ключи. А, вон снизу есть штука, которая нам нужна, видимо. Зайти к торговцу, нет? Я не помню, что он дает. Он может пушку продать. Яйцо за 10 тысяч. Вишневую бомбу. А у нее длительность есть хоть какая-то? Не, по-моему, нет. Ну и хер с тобой. Лансет продлевает действие. Магнитосфера, да. Блин, такие маленькие и быстрые враги, не очень удобно их убивать. Дубликатор. А мне нужен дубликатор на Лансет? Нет. На книжку, наверное, да. Не знаю, канделябр. Для топора нужен, по-моему, да. Лансет качать. Напомните, чат, кто помнит, с Лансетом вначале кольца брать или что? Или стрелки? Не, по-моему, стрелки для лаврового листа, а на Лансет кольца. Я думаю, что так, да? Тирагису. Весьма она неплохая штука. Значит, что повтор. Святой ветер, шпинат, клевер. Повтор. Не знаю, что я пытаюсь найти. Ладно. Ну, то есть я пытаюсь найти эти бутылки, но... Или хотя бы длительность, чтобы с первого сундука улучшить эти. Книжки. Противная кошка. Перезарядка. У меня такое чувство, как будто я солью сейчас. Скоро просто. Что мне еще под длительность хорошо заходит? О, святая вода есть. Птицы, наверное, кстати. А какое кольцо хорошее, а какое кольцо плохое, кто помнит? Чё-то посос какой-то. Блин, я думаю, письманы бахнуть, честно говоря. Что у меня хоть какой-то урон, блин, рядом со мной появился. Желтая врагов добавляет, да, то есть мне к нему лучше не идти пока, да? Топор, шкатулка, тароны. Проклятый предмет увеличивает силу, скорость снаряда, продолжительность и область. Ну, конечно же, возьмем. Доп. Снаряды. Продлевает эффект плюс 0.5. Эррор. Что еще за эррор? Эррор, бр... Да камон! Нигде курочки нету? Нигде курочки нету. Ну, удача слишком маленькая, чтобы курочку выбивать. Слишком маленькие враги, чтобы... Во, надо лавр брать уже, наверное. Хотим смерть убить, хотим. Да, здрасте. Да кто меня дамажит? Я же даже не вижу. Вот заклинатель нужен.
маленькие черепа меня дамажили, да? Первый босс. Бунтрейсер хорош. Возможно, перед первым боссом мне все-таки надо было книжки накачать. Я же не знаю на этой карте. Лавр Фолиант уменьшает перезарядку. Непривычно выглядит после картошки, да вообще не говори. А давай лансет качай, что ли. Я думаю, что я беру сундук. Типа... Парапам-пам. Плюс сток базовой области. Нормально. Здесь у этой штуки урон есть. Ау. Так, ну лавр в целом тащит. Давай святую воду попробуем докачать. Вообще мне канделябр еще очень нужен будет. Я сейчас что-то не взял, а он мне нужен будет, чтобы размер воды был больше. Есть один рез. Черепа маньяка. Блин, круто, но... Ну, типа, нужно будет, но... Ладно, живем вроде. В водичке бы стоять периодически. Следить за ланцетом еще. Уже как-то проблемно. Да дай ты мне не... Как же он достал просто, я не могу. Он засоряет весь пул. Я хочу вкачать книжки, чтобы ко мне враги подойти не могли. Есть маны, ну пускай. Класс. Ну, еще босс. Стоп, выстрелы какие-то. А, змеи. Страшно. Что-то я зря сразу на последнюю карту пошел. Она так-то жесткая. Да. Да какой ланцет? Ну почему ланцет-то? Ну почему? Ну... Класс. О, привет. О, боже мой, как я устал. Взять канделябр, короче. Вот Библия или водичка. Ну, уже водичку, наверное. Самый топ. Я устал. Хватит давать мне одно и то же. Ладно, давай возьмем. Может... Нихера, может, не произойдет.
Базовая область 20. Смерть. Стая вода 7. Ну, как бы... Смерть это, конечно, неприятно, но у меня еще есть воскрешение, да, по идее. Здесь все одно только. Выпить манны. Она единственная сейчас спасает. Это до 8. Есть сундуки? Нету. Был смысл подкачать, не знаю. Какая минута? 7. Мне же скоро просто надо будет бегать по всем этим кольцам. Нужен босс. Ух ты, как их нормально так в воде это уничтожило. Какие-то псы ко мне подходят. Подбиваем эффект книжек. Вроде даже отрегенил бы чуть-чуть. А, вот что значило, что на этой локе предметы не падают. Я-то думаю, где все курочки? А их нету, да. Так, книжки. Когда, блин, сундуки-то? Вон скелетик. Вижу скелетика, иду убивать скелетика. У него не упал сундук. Дайте я чат, что ли, почитаю. О, я вовремя, там куча скелетов как раз ползет. Почему ты повторы всегда так безрассудно тратишь? Есть же пропуск и изгнание, в конце концов. И повторы более важны для рерола арканов. А ты их всегда сразу все тратишь, не оставляя для аркан. Ну что, посрать мне на арканы. Мне нужно сейчас билд собрать, чтобы выжить. Трачу как хочу, мои повторы законом не запрещено. В воде стоять, поэтому эффекты стараюсь качать. Вроде сильные уже. Я вижу только шакалов. А, это нормально, да. Предлагаю лавр начать подкачивать. Нет, области я сейчас брать не буду. В принципе, количество врагов можно взять. Мне нужен опыт. Я уже вроде как справляюсь. Давай еще врагов. Очень надеюсь, что я все еще справляюсь.
Надо бежать за кольцом верхним, да? Короче, все, я побежал за верхним кольцом. Чтобы его подкачивать. Блин, нет, стоп. На этой волне надо собирать деньги. Надо собирать... Убивать скелетов. Как только другая волна какая-то пойдет, тогда и будем двигаться. А сейчас... Смерть. Что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Она меня убьет. Она меня просто убьет. А в чем прикол? А что я должен с этим делать? Я даже заморозить не мог. Ну, хороший забег, отлично. Новое достижение. Разблокируйте гипер для всех этих. А что это было вообще? Против нее надо что-то брать. Я не помню, что. Как тебе самая лучшая игра в этом жанре? Это оригинал или есть? Которая переплюнула вампиров. Ну, Братата сейчас вот очень хорош. Братата прям одна лучшая из тех, что была. Ой, боже мой. Ну ладно, в этот раз за дивана поиграем. У него... Регенерация высокая. Ладно, я не пойду просто в эту зону. Ну, типа, ну что это за говно? Пришла смерть, просто ваншотнула. Набег боссов, челлендж. Ну, давай пройдем, я не знаю, Капелла Магну. Заберем какую-то книжку, наверное, пройдем. Не знаю, пройдем, не пройдем. Перечисленное оружие получает плюс 1 к боезапасу. Основное оружие персонажа, его улучшенная версия получает плюс 3. То есть лавр получает плюс 1 к боезапасу. Это улучшенный лавр или что? Дает 3 оживления. Не знаю, может... Снаряды оружия могут заморозить врага. Какая-то птица странная. Перечисленное оружие может делать до 3 отскоков и проходить сквозь стены врагов. Поехали через вот это поиграем. Ролл. Можно оружие, да? Топор. Который может проходить сквозь врагов. Не понял, а почему все выкинули? Воробей, по-моему, тоже проходит через врагов, да? Давайте попробуем пистолет собрать. Скакивают. Круто. Что здесь есть? Здесь есть корона, этот тирамису, снизу что-то, что я не брал. За короной и тирамису я схожу после того, как накачаю себе урон. Там еще что-то может проходить через врагов. Может взять какую-нибудь, типа, косточку или что там? Что там было? Блин, где-то можно прочитать свою аркану? Или нельзя? Очень ранний лансет. В любом случае лансет надо брать. Вдруг потом не придет. Там так скачут эти топоры. Все, лансет и лавр у нас есть, да? Я вообще не помню, что для пистолетов. Тирамису нужен, да? Да, тирамису. Изгнать. Ну, давай огненный жезл нахрен. Даже на этой карте еще надо где-то обязательно в какой-то момент добежать до креста, чтобы ваншотнуть смерть. О, боже мой. Изгнать клевер. На какой минуте это происходит? Сейчас бы помните это. Так, ну может я тебя все-таки убью, не? Почему на этой карте нету усиления кольца и этого? Escape нажми, справа написано.
Нет, это не написано. Там только картинка. Они до сих пор это не пофиксили. Типа, че я на эту карту взял Lancet и Lover, если я не смогу их качнуть? Нужно я ливну? Какого хрена? Короче, я понятия не имею. Какой минуте. Блин, может за опытом сбегать? Три отскока и криты, да, но на пистолет работает же, да? Ну там изгнанные пушки показываются, клево. Пистолеты, только отскоки. А, ну. Туру ту туру 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 туру. Наконец-то большой синий топор, блин. А как я на этой локе должен смерть убивать, если у меня нету ничего? Короче, потопаю потихоньку в самый низ. Вон там дубликатор еще есть. Дубликатор клево. Даже сейчас сразу возьму. Где я? А, да. Повторов оставь, чтобы найти аркану на крите. Ладно. Vampire Survivor'ов надо стримить в 30 FPS. Ой, там коробка была. В 30 FPS, говорю, 720-60 и прям процом их кодировать по максимуму. Форики. Плюс эрор. Знаешь, еще переводы сломались на русский. Пенту можно здесь брать, но я не буду. Значит, изгнать пенту. Можно было этот золотой слиток взять, в принципе. Тоже. Кодеки разрекламили же, капец. 4090 добавили другой кодек. Типа не NVIDIA. Я что-то давно слышал от стримеров, что если когда-нибудь добавят AVI, то это будет круто. Так, ясно. Мисс Смерть, я пошел. Я обратно. Че, они реально там сделали возможность стримить другим кодеком на 4090? С рукой наконец-то получили аппаратную поддержку кодека AV1, да?
Ну, по сути, это... Имба. Блин, как жаль, что я не в России и не могу купить себе эту видеокарту, чтобы начать с нее стримить. Так, Смерть, ты где? Она вообще движется? Ого, мешочек крутой. Зря уехал. Нет, не зря. Почему враги иногда вот так вот ваншотаются какой-то хернёй здесь, на этой карте? Это взрывы. Мне бы еще красный пистолет найти, да? О, нашел. Ей. Ну где грёбаная смерть? Витражи разбиваешь? Включаем все пистолеты, короче. Да, и правда, что-то разбиваю вроде бы. Не знаю. Наверное. Переехал в Турцию. Кстати, раньше эта смерть двигалась в разы быстрее. Вот такие витражи, да? Смертями не убить. Причем меня удручает тот факт, что здесь нет кольца и этого. Канделябр, ну, конечно же. Может, топор вначале улучшим. Миссис Смерть! Будьте так добры двигаться! Достало-то. Сквозь еще двух врагов. А я могу просто пойти и нажать на крест, она сдохнет или нет? Или она обязательно должна быть в радиусе? Эти эксперименты достали. Гробаный какой-нибудь старый Локи просто. Мне кажется, не сдохнет. Просто... Клирик с пистолетами. На релизе 30-й серии активно пиарили технологию Broadcast, которая умеет фон на вебке вырезать. Да, многие, кстати, ей все еще пользуются, я видел. Стримеров, которые ей играют, пользуются, да. Шпинат. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Я когда-нибудь вернусь к этому сундуку или нет? Ну, как бы должен, но... О, боги. Он не может так медленно топать, ну почему? Может, ее сжечь можно? Пойду сжигать.
сыром. Ну а типа получил урон. Но... Слушай, так я ее и просто так дамажить могу. Я могу ее пистолетами бить. Судя по всему. Почему я этого раньше не делал? Лента или крестом? Я знаю, но сейчас ее можно бить этими. О, еще одна вылезла. Это сейчас у меня... О, вот, они наконец-то ускоряться начали. Ура! Вдвоем. Все, я побежал к кресту. Стоп, зеленая, зеленая, выйди тоже на свет. Вот она. Сейчас мне надо дождаться усиления топора хотя бы. То есть я буду здесь тусить. Ножи тоже отскакивают. Вот топор, то что надо. О, нет. Не очень хорошо. Похоже на смерть какую-то. Дайте топоры усилить, пожалуйста. Очень надо. Кал. Привет. 2 минуты притягивает все. Перечисленное оружие получает к боезапасу. Замедло. Пламенный мотор. Ну, кстати, источники света взрываются, персонаж. Взрывается при получении урона. Смотрим дальше. Общая продолжительность непримерно меняется. Область атак меняется. Начинает получать плюс 7 области на каждом уровне. О, они это переделали, ничего себе. О, позволяет наносить критические удары. Топоры, кинжалы, плетка. Да много всего, а у меня только топоры сейчас. Надо будет кинжалы взять, наверное, еще. Думаю, что... Давай еще один топорик. Не факт, что этот сундук усилит мне этот. Что-то я еще урон, кстати, не получаю. Ей, топор, поехали. Пожалуйста, ей, косы. Класс, хорошо. И враги все мертвы. А, можно шпинат покачать, можно воробей дозакрыть до 8 уровня. Чих, и все мертвые. Ну, кстати, если так, то это не умирают. На обратном пути за этим сундуком зайду. Так, ну, может быть, я сейчас возьму еще эти наручи и кинжал их за... Ну вот кинжалы. Отлетают, критуют нормально. Есть где-нибудь магнит? О, сзади магнитосфера.
Надо будет взять обязательно потом. Тяжко. Нихера себе, зато с них зеленых падает. Надо шпин откачать для урончика. Что область? Казан. Ладно, потом на обратном пути все заберу. Там же будет магнит. Мне сейчас надо вопрос посмотреть, какую-то книжку взять. Я думаю, тут контент еще часов на 20 минимум на релизе. О, наруч. Повезло. Диван и топ-перс, кстати. Вообще балдежно. Ага, привет. Я к вам. Дайте сюда гроб. Это что, персонаж, что ли? Обычно в гробах персы, а не... Мишки какие-то. И ничего не произошло. What? Ладно. Эти рогисы мы здесь возьмем наверху. Прекрасно, прекрасно. Ей, миллион левелов. Не знаю, что еще брать. Пока что не решил. Вообще хз. Эйли Ритей закончил стримчанский. Фига ты настримила, конечно. Приветики. Привет и всем. Здрасте, здрасте. Рад вас видеть. У нас пиксельное лицо. Знаменитые вампир сурвайверы сегодня вышли в полноценный релиз. Вот. И поэтому мы решили их попроходить. Вот. Здорово, здорово. Настримила ты сегодня, конечно, знатно. Будешь прям топ-1 по стримерскому ивенту. Привет, привет. И это что, в меня кристаллы бегут? О, хрена. Эй. Еще одна смерть какая-то. Кажется, ее тоже надо убивать этим. Сейчас бежим, пробьем как-нибудь. А тут еще я сундук пропустил, блин. У меня уже ножи восьмого, да, ножи восьмого. Сонный лутающий дроп и чат отправил. Да, я догадываюсь, у меня тоже очень много прям на дропсах просто сидели. Так что иди в ТОФ. Не, ну... Не, ну, конечно, есть смысл, чтобы тоже, типа, хороший онлайн, там, все дела. Надо... Надо настримить сколько-то там часов, ну... Ну, не знаю, не знаю. Так, сундуки. На что мне еще сундуки? На всякие лансы, на эти. У нас тут прям в вампирах весело. До этого было в братате весело, так весело, что я горел из-за того, что опять выиграть не могу. На некоторых персах. Так, мне что надо?
Короче, я так понимаю, я серьезно не смогу в этой локе качнуть этот. Вау, 3 наручи. 700 монет, кстати, монет дохренища насыпало. Им окажется, что русским стримерам реально не дают награды. И такое возможно. Я поэтому тоже решил, типа, не так сильно париться. Типа, постримил сегодня 2 часика, завтра 2 часика, наверное, поиграю. В сумме часов, может, 6 на стриме, не знаю. Но я правда сомневаюсь, что... Не знаю, не уверен просто. Дают, а не дают. Пойдем просто уже до книги, до этой, до короны и тирамисушки. Я бы сейчас взял, так, шпинат, дубликатор есть. Скорее всего, я бы взял книжку на КД. Она будет ок. Интересно, твои пистолеты будут слабее, чем лазеры, которые вокруг стреляют? Скорее всего, да. Даже несмотря на то, что они у нас рикошетят. Я не помню, что в конце шкатулки происходит. Враги... Больше врагов, да, больше врагов, у них больше КП, по-моему, становится. 9 часов уже транслирует, поражаюсь все-таки твоей усидчивостью. Работа такая! Да, спасибо, спасибо. Приятно. О, там еще магнитосфера. Дальше потом обратно к ней пойдем. Блин, а вдруг на этой башне на самом деле еще надо куда-нибудь добежать на самый-самый верх или куда-нибудь в самый-самый низ. Хрен его знает. Так, ребята, дайте мне какой-нибудь предмет, а именно книжку на опыт я хочу. Ну, книжку на КД. Стоп, зачем мне КД, если у меня бесконечный лазер, если у меня... Ай, ладно, возьму. Все, готово. Сколько я помню, ее на восьмерке можно скипнуть, чтобы не получить плюс врагов, но я вроде сильный, поэтому можно и с плюс врагами поиграть. Забавно, если я проиграю. Корону берем, сейчас надо опыт накачивать. Еще корона, еще корона, еще корона. Что ж... Катулка. Кажется, накачали. Нужен один босс, чтобы усилить эти и найти какую-нибудь пушку крутую. Под шпинат я уже пушку не возьму. Под дубликатор можно взять эти... Кольцо молний. Не знаю. А не надо. Или еще одну критующую. Увеличивает скорость за частоту появления врагов. Поехали. Я надеюсь, что мы справимся. Always big coin back, always floor chicken. Always. Ладно, давай понажмем вот так вот. Сундук 100. А, да, есть один снизу. О, началось. А, еще он сундук.
Мне игра даже начала лагать. Да, они так ее до конца и не оптимизировали под это. Под финал. Ей, пистолет качнули. Сейчас будут глаза вытекать от лазеров. Надеюсь, Always это сейчас мне даст не коинбэк, да, а пушку выбрать новую. Да. Кнут, святая вода, рунтрейсер. Ну что, рунтрейсер? Скорость есть, АОЕ есть. Брони нет, ну типа... А у меня ничего особо не качнется здесь. Длительности нет. Без длительности рунтрейсер посос, наверное. А, во, кстати, волшебный жезл. Почему бы нет? Он качается хотя бы. Может, сейчас на него замедление какое-нибудь возьмем. Кира там всего нападала. Надо вернуться. Так, кажется, я убежал, да, от сундука. Убери числа и сверкание. Точно, точно. Ну, вспышек и так нету, а вот числа убрать есть смысл. Это не значит, что... Ой, стоп, а зачем я это сделал? Мне же еще понадобится... Ну, там еще будут сундуки, скорее всего. Файр стафом банит. Файр я не мог взять, потому что я его исключил в самом начале. Да, я понимаю, что я мог его взять под шпинат. Так, где-то здесь должен быть клевер на золото. Нужен этот клевер. Там еще один сундук. Вот он, клевер. Слушайте, а киллстрик-то не заканчивается. Нет, заканчивается, не успеваем, не знаю. Хотя... И все это, знаете... Блин, за счет чего? Все это за счет этой... того, что количество врагов, наверное, увеличено. Я думаю, это очень сильно влияет. Так, мне надо до сундука еще дойти. What? Ага, я так, кстати, и думал. Вот здесь сейчас можно, типа, заморозку взять какую-нибудь. Общая продолжительность. Каждые 2 минуты предметы тянутся. При замораживании взрывы. Исцеление. Не, нафиг. Область атак непрерывно меняется. Это круто. Дает +3 к повтору, пропуску, дает 20 силы за каждый активный слот оружия, оставшийся пустым. Нет. Численное оружие, боезапас. Нет. И 3 оживления. Давай 3 оживления просто возьмем. Три 800 монет, жесть! Четыре 300 просто за один клевер, охренеть. 10 000 монет за забег. Я там как раз еще не все усиления открыты. Там этот золотой слиток +3, +3, +3 не открыт. До стука набирал за клевер. В Галатайре. Десятки тысяч фармится за раз. Уже началось-то. Не фармится. Надо добраться до одного этого... До одного магнита.
Бля, забег явно не на полчаса. Ну, подольше. Если знаешь, Фепис чуть подлагивает. Сколько времени? 9 уже, да? Так вот, чат, кто знает, на этой карте еще что-то надо сделать? А то я вопрос нашел, и как бы, и все. А что дальше делать? Видимо, это и открылась книжка. Да, что-то надо делать. В конце смерть прикольно. Скрытый босс есть. Мне кажется, я... Помню то, что да, на этой карте... Мне кажется, я на этой карте и пытался 30-й этот... Левел 30 минут пережить, а оно в итоге заканчивалось на 29-й, по-моему, что такое. Ну, здрасте. Лучший посох. Стреляет без задержки, как бы до этого она у него была. Вот она, магнитосфера, я чуть-чуть, наверное, подожду. Дожму ее на 28-м минуте. Короче, если я не смогу сейчас прожить 30 минут, это будет очень грустно. Что за чел стоит в центре карты? Это торговец. У него можно купить стартовые пушки уникальные, такие как колесо и так... И так далее. Если тебе очень хочется с этими пушками поиграть. О, нашествие зомби. Других мертвых вампир-сурвайверов. И яйцо еще можно купить, которое один стат дает навсегда любому классу. Сильный билд вышел за дедулю. Ну чё-то полный посос, что на этой карте нет кольца и стрелки. Стрелок. Колец. Зачем заморозку собирал? А как дико. Посмотрите, как они рассыпаются на пиксели. А потом посмотрите, как стример рассыпается на пиксели. Просто жесть. Дичь. Да, одна секунда идет 2 секунды, наверное, сейчас. Примерно. Ты с пикселей не собрался, чтобы рассыпаться. Я понял. Может, вместо вебки фотку ставить? У, демоны. Блин, жесткие, кстати. Кажется, от них мы будем выживать при помощи заморозки. Блин, не хватает этого спинки кресла.
Забавно, что они даже замороженными все равно двигаются. Ну, кстати, персонажа видно. Врагов видно. Выпрями спину, ага. Да, не по одному кругу ходить, а подальше. Потому что враги умирают и за экраном тоже. Там куча красных рубинчиков. Короче, надо по большему кругу ходить. У вас смерти какие-то с косами. Культисты. Скорее. Не знаю. Do you like to join the Fatuim? Royal Flush. Ничего себе, новый подписчик. Добро пожаловать. Наслаждайтесь нашими геншиновыми смайликами. Спасибо огромное за поддержку Амазона и Твича. И надеюсь, стримера в будущем, когда он сделает турецкую карту. И турецкая венжа. Так, только вот дайте до 30 минуты дожить перед тем, как телепортировать меня, если будет телепорт. 30-е есть. Ага, это все-таки не так работает. Блин, реально какой-то особый босс. Жесть. Куда бежать? Я, кстати, довольно близко к этому. А, ясно. У меня еще один остался. Ет! Жесть какая! Туру. Здесь где-то крест должен был быть. О, нет. Я могу вообще из этого выбежать, но я лучше не буду пробовать. Вроде выбежал. Бля, это смерть, собранная из разных смертей, я так сейчас понял. Жесть. Ой, там еще какие-то эти летят, а я их не заметил. Они летят. Влетают вот эти вот какие-то косы у него маленькие или типа того. Их тоже надо уклоняться. GG! Вот и книжка. Угу. Великое писание позволяет повышать уровень оружия даже выше предельного. Можно включить на выборе этапа. Клап-клап. А, ну да. Не-не, подожди. Не-не, стой. Вот я время замедлил. И обналичить оставшиеся оживления. А, типа... Окей. Новое достижение. Победить в общей сложности 6000 убийц. Амброджа открыт. Открыта игра убийцы. Открыто великое писание. Преодоление лимита.
Продержитесь 30 минут, играя за Гала, открыт браслет. Класс, класс, какого-то нового, ну, может, не нового уже, наверное, но гига-босса убили.